Всем привет на канале Old Dutchman. Я так понимаю, что в последнее время у нас получается уже не политический клуб, а криминальная хроника тех всех событий, которые происходят здесь в Германии. На прошлых выходных, в конце июня, 30 числа, около Нюрнберга, в пригороде Нюрнберга, на ЖД вокзале было совершено нападение с ножом на сотрудников полиции. Что именно произошло? В 16:45 на сотрудников полиции, находящихся при исполнении на привокзальной площади, вдруг начал нападать некто 34 лет возраста, запугивать их тем, что он их сейчас порежу, на кусочки порву, да, показал им нож, начал прыгать вокруг машины. Естественно, люди стали в стороны шарахаться от этого идиота. Полицейские вышли, три человека полицейских. Они вышли из машины, полицейская девушка предупредила его, если он сейчас не бросит свой нож на землю и не успокоится, они вынуждены будут применить к нему силу. Что сделал вот этот вот человек? Он просто-напросто не внял словам сотрудников правопорядка, замахнулся ножом и сказал, что он сейчас их всех поубивает. Побежал на полицейских, потому что он находился не прямо рядом с машиной, он находился на некотором расстоянии от машины, но тем не менее. Что сделала девушка? Она выстрелила в воздух. Он, наверное, подумал, что это салют в его честь. И с криками «Ялла!» набросился на полицейских. Но оказалось, нет, это был не салют в его честь. Это был всего-навсего предупредительный выстрел в воздух. Затем последовал огонь на поражение. Пресс-служба полиции умалчивает, сколько было выпущено пуль, со скольких стволов. Но благодаря четкой, быстрой реакции полицейских он был нейтрализован и убит на месте. Приехала скорая помощь, приехали полицейские, началось следствие. И вы знаете, с этой стороны я могу просто сказать, что люди поступили так, как они должны были поступить, согласно букве закона, согласно своих инструкций, на основании которых они несут свою службу, не только защищая людей вокруг ходящих, но и самих себя. Вот вам еще один пример. Кстати, это был иранец. Мигрант из Ирана, у которого нет никакого статуса беженца вообще в Германии, никакого статуса беженца. Он так называемый терпимый. Ну и тебя терпят, ну и ты терпел бы, зараза такая бешеная. Но вот такое вот дело, вот такое вот неприятное дело. Далее, в Берлине на одной из станций метро 19-летний, опять-таки полиция для того, чтобы народ не взбунтовался, умалчивает, кто он был по национальности, терпимый он или беженец, или мигрант. Они пишут просто, что он давно известен полиции своими вот этими криминальными деликтами. Он решил сексуально домогаться женщин, находящихся на станции метро. Две женщины, одна из них русская, попытались дать ему отпор. Он начал их обзывать, он начал их оскорблять, начал распускать руки. На защиту этих женщин вступились два украинца. Может быть, они находятся здесь на реабилитации, может быть, беженцы, не знаю. Но они вступились за этих русских женщин. Ну, одна из них была точно русская. Что сделал вот этот вот 19-летний преступник? Он с разбитой бутылкой решил напасть на этих мужиков. Ну, как по-другому сказать. Он напал на них, нанес легкие рваные раны, но тем не менее эти два человека смогли его заломать. Подоспел наряд полиции, его увезли, женщины этих... Есть такое понятие «психологическая служба». А вот за вот этих вот парней, которые вступились за женщин, за них взялась прокуратура. Завели уголовное дело, потому что они оказали
сопротивление вот этому насильнику, они его избили, они его сдали полиции. То есть получается сейчас, что у нас здесь в стране, если ты заступаешься за кого-то, то тебя могут посадить в тюрьму. То есть, когда ты проходишь по улице и видишь, что кто-то кого-то избивает или нападает с ножом, иди просто так, спокойно, молча, да? И даже не суйся. Вот, вот получается, благодаря сегодняшним вот этим вот нашим идиотским законам, благодаря вот этим вот министерским инструкциям, простые граждане не имеют права оказывать законную защиту или останавливать преступление, если оно происходит у них на глазах. Честно сказать, диву даешься, когда вот такое вот слышишь, когда такое читаешь, когда сталкиваешься с такой дрянью. В любом случае, свидетели есть, свидетели этого происшествия на станции метро есть, и они дали уже свои показания. Будем надеяться, что вот этих вот украинских мужчин, парней, все-таки освободят, и на них не будет заведено никакое ни уголовное, ни административное дело, потому что они помогали женщинам освободиться от насильника. Причем у насильника была битая бутылка в руках. Он мог и не только нанести рваные раны, как он этим парням нанес, но мог и убить человека. Я думаю, что все-таки полиция примет это во внимание и освободит вот этих вот парней. Ну, а с тем вот этим терпимым иранцем, вы знаете, последнее время, почему у нас так вот много всего этого происходит, это идет не от того, что вот вдруг внезапно им дали какой-то сигнал, и они начали рыпаться против людей. Нет, нет, это с 2015 года у нас просто умалчивалось, что они ведут себя вот как вот эти вот вонючие, блин, изгои общества. Просто умалчивалось. Но в этом году, опять-таки, последним сигналом, последней каплей к действию, к правильному действию полицейских против таких ушлепков стало убийство полицейского в Мангейме 31 мая этого года, когда вот этот радикальный исламист, афганец, зарезал полицейского. Просто дали возможность всем средствам массовой информации обращаться с этими документами, с этими делами так, как они считают это нужным. Поэтому я тоже, если я вижу и знаю, что это нельзя умалчивать, я стараюсь этим с вами поделиться. Вот такие у меня, скажем так, негативные новости на сегодняшний вечер. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Если у кого есть желание выразить нам спонсорскую поддержку. И всем удачи. Пока.